мыты о загородной жизни. Доброе утро. Сегодня среда, а это значит 3 минуты о загородной жизни. Сергей, помогите, пожалуйста. Пожалуйста. Вот видишь, посмотрите. Я уже одел перчатки хирургические. К нам обратились наши телезрители, сказали, что роза чахнет и вянет, вот это драгоценное. Нужно посмотреть, что с ней такое, продиагностировать, возможно, чем-то помочь. Я знаю, вы мастер по розе. Ну да, мастер. Эта культура у меня очень хорошо получается, в отличие от овощей. Но, ты видишь, у меня здесь все цветет, здесь цветет. Здесь уже цвело, я срезал побег, совершенно огромная роза была. Ну, а ты мне принесла вот такую хиленькую розочку, да? Сергей, вот я посмотрела своим глазом, и знаете, о чем подумала? Посмотрите, она же вся как будто бы в воске, весь стебель. Может быть, это не дает дышать цветку? Нет, воск здесь ни при чем. Я бы, скорее всего, конечно, чужую розу не хочется выдергивать из горшка и смотреть, что там вообще с корневой системой. Но я бы для начала полил корневином. Либо каким-нибудь стимулятором, типа HB1. Сергей, я вот думаю о чем. У нас ситуация неординарная, и я думаю, телезритель нам позволит разглядеть корневую систему и, возможно, как-то пересадить, если с ней правда она страдает. Давайте вытащим и все увидим. Ну вот, первая проблема уже есть. В горшке нет отверстий. Нет. Видишь? Да, да, да. Это значит застой влаги. Вот она, смотри, какая влага. Сколько ее здесь, что она просто... Ну, это вообще ужас, я сразу скажу. Корни сгниют. Это раз. Во-вторых, вот смотрите, как она посажена. Сломан корень. Сломан корень, вот, видишь, да? И что вы от нее хотите? Ничего с ней не будет. Абсолютно хорошего. Вот у меня теперь вопрос, Сергей. Смотрите, нам нужно будет ее пересадить опять в этот же горшок. А что делать? Отверстий-то нет? Нет, я в этот горшок сажать не буду. Мне жалко розу. Она и так уже почти что навернулась. Я все-таки дам свой горшок. Пусть земля останется та же. То есть не проблема. Посмотри, это картошка, это с огорода земля, очевидно, да? И наверняка она не протравленная. Что такое протравленная? Ну, это значит, что в ней много грибов всяких, всевозможных. В этом году, кстати говоря, я тоже нарвался на очень плохую землю, хотя от хорошего производителя пакетик, но вся земля заплесенела. И вот сейчас покажу. Посадил тимьян, и вся земля заплесенела. Всякие керамзиты мы сыпать не будем, потому что это все временное. Нам же только дотянуть до дачи, так скажем, да, до сезона. Мы берем ту же самую землю, у меня там, правда, остатки есть живой земли. Но, в принципе, ничего страшного, да, поскольку мы решили пролить это все Байкалом один. Мы сейчас это все опудрим корневином, ну а дальше засыпаем. Я всегда говорю, захочешь жить, выживешь. Ну вот и все. Будем ждать, что с ней станет. Хотя шансов у нее немного. Только от желания жить она может выжить. Я думаю, что она будет долго... Мне очень хочется надеяться, вернее, что она будет очень долго радовать хозяев своим, например, белым цветением, да? Да хоть синим. Хотя синих роз не бывает. 3 минуты о загородной жизни. Сергей Богацкий. И Надежда Синдяева. 3 минуты о загородной жизни.